В июне старое покрытие, а это 600 квадратных метров, сняли. За полтора месяца положили новое. Заменили также 4 баскетбольных щита, установили новые лавочки. Вообще, в прошлом году департамент спорта проинспектировал 58 муниципальных площадок и определил, где что нужно поменять. На ремонт первых 15 площадок было выделено из городского бюджета 19 миллионов. Из них более 1 700 000 пошло на благоустройство этой площадки. Основной объем работ выполнен. Здесь заменено резиновое покрытие, установлены дополнительные лавочки, усилен забор. Осталось поменять баскетбольные кольца и дождаться, когда высохнет резиновое покрытие. Это технологический процесс. Для футбольных полей как бы по ГОСТу предназначено данное покрытие толщиной от 0,5 сантиметра. Здесь у нас чуть больше высота, где-то ближе, наверное, к сантиметру. Значит, ее состав – это клей, резиновая крошка, пигмент. В технологии это мешается, делается специальным станком, укатывается. Горячие укладки производятся здесь на площадке. То есть оно травмобезопасно в случае игры в футбол, регби, волейбол. При падении детей как бы их коленки будут целы. Подрядчики обещают, что, несмотря на огромную популярность площадки у детворы, и покрытие, и оборудование честно прослужат еще долго и дают гарантию на 3 года.